Привет, меня зовут Алёша, и вы на канале Игрычек. Всем привет! Сегодня мы снимем самого большого тобота. Гига-7. Гига-7. Он состоит из скольки машин? Из К, из Х, из Z, из D, из К другой, из Тигра. Из трактора и из вертолета. Это Y. Да. То есть 7 машин. И у него светятся глаза еще. Светятся глаза, разговаривают. А самое главное, что он огромного размера. Он даже здесь не входит. Смотри, какая коробка. Вообще. Он больше всех, он больше квадрата. А Y превращается в какого-то зверя. Y в зверя превращается? Да. Вот в птичку в такую летающую. Да. Ладно, давай мы его откроем. Давай. И будем смотреть, что у нас там за... Такой мега-гига-робот трансформер. Здесь машинки. А так, где тут... ноги лежат? Вот они ноги лежат. Это ноги? Да. То есть он весь в коробку даже и не влез сразу. Смотри, какой огромный. Огромнейший. В одной части тут еще две ноги. Это у нас две ноги, да? Да. Так. И еще вертолет. Это Y. Сейчас мы достанем все. И Гига-7 самое главное. Да, самое главное Гига-7. Но это у нас получается туловище, руки, здесь нету ног. Ну, ноги это такие. Это каждый лет. Сначала мы давай, наверное, соберем, превратим вот эту часть. Ну, то есть, чтобы все были в виде машин. А потом мы его полностью соберем, какой он есть. Полный вот, рост. Вот здесь еще и вертолет. У него он превращается в спину Гига-7. Вертолет. Держи. Вот еще часть от вертолета. Его он у нас привязан. Сейчас я его быстро отмотаю. Так. Ой. Но он очень большой. Ой. Рука сразу отпала. Да? Это тобот Д. Отпал. Тобот Д? Да, отпал. Берем коробки. Они вот такие. Дальше у нас он не войдет, даже на стол есть. О, здесь бумажка какая-то. Соберем сначала в виде машин все? Да. То есть две у нас собраны уже? Давай сделаем теперь. Это две ноги стоят. Это две ноги? Да. Вот это две руки. Это две руки. И еще у нас вот. Это самый главный. Какой самый главный? Вот этот трактор? Да, потому что это туловище. Голова и туловище. Вот этот у нас тобот К. К. Давай его превратим в машину. Давай. Трансформируемся. Вот смотри. Хорошо. Открываются вот эти штуки. О, друзья. А ты сделай пока, наверное, вертолет. Не, это птичка была. Птичка так. Такая. Ну смотри, они на самом деле очень так хорошо трансформируются и быстро, и просто. Да, у меня тоже так быстро трансформируется птичка. Там есть в коробке наклейки еще. Ну, наклейки, да, мы потом приклеим. Смотри, первая машина готова. Тобот К. Причем он стал каким-то коричневым. Он был какой? Зеленый? Он был зеленый, а потом бежевый. Зеленый-бежевый. Держи, первая машина. Давай сделаем из тракта. Вот из этого, из туловища сделаем трактор. Большой К. Ну, они все большие. Ну, больше голос вот этих. Прячем. Трактор больше всех. Здесь кнопочку надо нажать. Вот она, эта птичка. Вот, смотри, трактор тоже готов. Это тиракл?
Вишневым он стал, серебристо-вишневым. Держи. Этот у нас, наверное, X, я так понимаю. Ты видел, как они просто трансформируются все? Прям вообще. Быстро. Да, я даже смогу вот этого цвета и как бы и вот этого, и вот этого, и вот этого, и вот этого. Всех сможешь сам трансформировать, да? А это кто? Это Д. Это Тобот Д? Тобот Д. Так. Это Тобот Д. Он очень легко трансформируется. Он как Тобот Икс. Давай теперь сделаем еще вертолет. А, ты птичку сделал? Вот она, птичка. Это клюв у нее, да? Такая. Ну, давай сделаем вертолет. Ого, как у них колеса. А у трактора колесо вот это оно. Они вот так двигаются туда-сюда, да? Да. Держи. А у Кани? Да. У Кани нет. Куда? Делаем мы. Ух ты какие. Ой, а как этого делать? Вот так? Ага, вот. А это куда? Вот, все, разобрался. И последний момент. Пропеллер. Красный вертолет. Спасательный, наверное, вертолет. Он был уже синим, а стал красным. Правильно? Да. Это теперь пожарный. Пожарный. Вот они все, 7 машин. 6 машин и вертолет. 5 машин, вертолет и трактор. Да. Ну давай, интеграция. Интеграция. Делаем теперь полного Гигу 7. Да. В полный рост. В полный рост. С какого начнем? Ну давай с туловища, наверное. Да. Вот это. А я пока хотел танцевать. Так, голова. Здесь она фиксируется, чтобы она не проваливалась никуда. Так, вот это. Ну, большое туловище, да. Очень большое. Он вообще весь очень большой. Вот это для рук. А если часть... он был без ног пока, а потом без ног он был, он побольше был, а потом побольше будет. Верхняя часть туловища готова. Давай вторую часть туловища делать. Вторая о, часть летающий. Туловища летает из тобота. Как? Ой. Что такое там у тебя? Он взлетает или взлетает? О, у него вот это крепежи для ног. Смотри. Что там? Ух ты. То есть у него вот эта штука о, на шлеме прячется. О, у него беленькая. А, он же у нас говорящий. И у него светятся глаза. Ну давай мы его соберем полностью, а потом посмотрим, как он говорит. И как у него глаза светятся. Так. Вот это. Вот. Это нижняя часть туловища, теперь мы ее соединим. А потом Игорька трансформируем. Смотри, почти тоже. Вот все тоботы остальные, они вот такого размера. А потом здесь вот только... этого. Вот этого? А потом вот эти две ноги, потом Икса и Д. Разъединяем вертолет, здесь такие крепежки есть. Вставляем. А вот... вот эта часть вверх, я так понимаю, правильно? Да. Смотрим. Вставляем. Ого, какая спина. Ну-ка. Нет, у него в мультике было вот так. В мультике так? Да. Ну, можно так, а можно так. Держи. Держи пока. Дальше. Давай сделаем дальше ноги. Да. Ноги у нас делаются из карго. И из зета. Это зет? Зеленый, он поменял цвет зеленый. Так. Он был красным, а потом зеленым. Ноги. А карго был белым, потом желтым. А карго был белым, по-моему, скорой помощью, а стал почтовой машиной. Да. Написано почта. Он был скорой помощью, а потом
Стал. Раз нога. Я пока подцеплю. Ну давай, пока одну ногу подцепи, а потом вторую я. Два нога. Я вот эту буду подцеплять лучше. Ну давай. Вот так. Сначала ты. Да. Потом ты. Раз. И смотри, какой два. Он высокий. Теперь вот это надо. Оп. Два. Он громадный. Громадяка. Больше всех остальных. Больше Кватрана точно. Кватран вот такой. Поменьше. Он малюська. Кватрана. Руки. Ага, тут есть такие специальные штучки, чтобы легче было достать. А потом Д последний. А где рука? Вот она рука. А руки двигаются, могут вот так, хоп, хоп. Это какая рука? Правая? Правая может. А это левая Д. Давай еще одну, левую. Левая рука. Тоже точно так. Огромный гигантский. Он просто гигантский. Гигантский. На шпагат теперь, да? Ага. Так, достали руку. Вторая здесь должна. Давай вторую руку. Ух ты. Ну вот. Наш Гига 7 готов! Я думал, он поменьше, а он больше. Он очень большой. Да. На самом деле огромный. Огромный. А как он у нас светится-то и говорит? А, там где-то вот штучка. Он беленькая. Да, давай уберем и спину. Он... Вот эту штучку выдергиваем. А потом да вот эту надо сейку. А сейчас спину-то подсоединим снова. Да. Где... О! Вот она кнопка! Смотри! Кто-то говорит. Еще глаза у него светятся. Вот. Ой! На шпагат он хорошо садится. Вот, светятся глаза. Синим. А в руки у него... Наелся вот это. Вот эта штучка. Как она крепится? Вот так просто? Не, у него должно быть. Ой. Сейчас, секунду. Во! Очень сильный, очень мощный, грозный робот. Гига 7. Гига 7. 7 машин, представляешь? Нет. Нет, ну вот смотри на него. Самый крутой из всех. А птичку забыли сделать. Птичка, она делается очень быстренько. Ну давай сделаем быстренько птичку. Как она делается? Сначала вот так надо. Потом вот так подцеплять. Так, все. Вот эта штука вот сюда, да? Да, а потом я клюв сделаю. Оп. И клюв. Опа. И клюв. Вот так? Да. И она вот так летает, да? Так. А давай мы ей пропеллер еще прилепим. Смотри. То есть птичка на самом деле самолет, вертолет будет у нас. Ну она один самолет только на самом деле. Ну она у нас... Вон, смотри, какая супер птица. О. Полетели. Вот такой крутой Гига 7 трансформируется. На самом деле он очень просто. Легко, да, каждого. Ну просто их очень много, но у каждой из машинок прям несколько движений и готова машина. Крутые? Крутые. Классный Гига 7, всем пока. Всем пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии.